Ярмарку вакансий для отцов-алименщиков организовали в Карагандинском регионе. Прокуроры решили помогать с трудоустройством родителям-должникам. Подобные акции пройдут во всех районах области. Марина Золотарева расскажет подробности. Жумажана Тастемирова на ярмарку вакансий привела супруга. После развода финансовой помощи отца нуждаются четверо детей. Однако родитель долгое время не мог найти работу. Сегодня ему повезло. Я рад, что сегодня нашел работу, устроился кочегаром. Обещают, что и летом у меня будет работа. А с завтрашнего дня уже приступаем. Теперь выплачу долг по алиментам. Сегодня 20 предпринимателей и фермеров Бухажирауского района области представили безработным родителям 60 различных вакансий. К слову, в этом районе долг по алиментам 6 миллионов тенге. И уже многие люди нашли работу. Я думаю, что это очень хорошая акция, которая поможет отцам-алиментщикам выплачивать долги по алиментам. В прошлом году долг злостных неплательщиков, которые вообще не помогают детям, превысил 85 миллионов тенге. Марина Золотарева, Василий Савкин, Асет Асаинов, Карагандинская область, Хабар 24.